Благоустройство дворов по целевой губернаторской программе ведется в Одинцовском городском округе уже более 5 лет. В этом году запланированы работы сразу по 43 адресам. Это более 10% от общего числа дворовых территорий. Каждая дворовая территория, она включает в себя несколько домов и элементы благоустройства. Ну, основные элементы – это, конечно же, детская игровая площадка, это асфальтирование парковочных мест, озеленение обязательно, соответственно, лавочки, освещение, видеонаблюдение. Наиболее показательными в этом перечне и востребованными у жителей являются, безусловно, асфальтирование дорожно-тропиночной сети и строительство парковок. 250 новых парковочных мест появится по всем 43 адресам, где проходит благоустройство. Их размещение в обязательном порядке согласовывалось с местным активом. Каждая местная администрация проводила встречи с жителями, в том числе в осенью 2018 года. Определялись основные направления по благоустройству, определялись элементы, которые необходимы во дворе благоустроить. И обязательно обсуждалось, конечно, то, где разместить эти элементы и какие машины на места, и где их также расположить, потому что всегда существуют люди, которым необходимо, чтобы стало больше машиномест, и есть люди, которые считают, что необходимо больше озеленения. И всегда диалог с жителями заключается в том, чтобы найти компромисс и чтобы двор был комфортен для всех категорий граждан. Как только будет закончено комплексное благоустройство нынешнего сезона, сразу стартует обсуждение работ, которые предстоит выполнить в будущем году. Так что жителям дворов, которые попадают в губернаторскую программу следующими, стоит уже сегодня задуматься над тем, что им нужнее. Петр Горохов, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».